Я помню, 22 июня, как всегда, мы собрались на репетиции. Ну уж, конечно, все знали, что фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Во время репетиции, конечно, был организован митинг, где выступали многие товарищи и просили обратиться к наркому обороны, чтобы отправили ансамбль на фронт. Через 3 дня, как я сейчас помню, пришло разрешение, чтобы отправить коллектив наш на фронт Великой Отечественной войны. Александр Васильевич, руководитель наш, он горел желанием что-то сделать такое для фронта. И вот здесь, на 3-й день войны, наш замечательный поэт-песник Лебедев-Кумач Василий Иванович написал стихи. Они были опубликованы в «Известиях». Когда отец прочел, он говорит: вот это мне то, что и нужно. Мне кажется, что эта песня была написана сразу же, мне кажется. Поскольку я помню. Это буквально написано, не знаю, то ли он же здесь прямо обдумал, то ли в машине поехал домой, но одним словом, на другой день песня была уже написана, была очень скоро. И понимаете, он когда пришел на репетицию, то написал на доске ноты, текст песен, потому что некогда было печатать, надо скорее. А товарищи все у себя писали эти ноты и слова, и быстро выучили. И на другой день мы выступали уже с этой песней на Белорусском вокзале. Сидят солдаты, офицеры, махорку курят. Началась песня. Вот я замечаю, так сказать, вдруг сразу некоторые даже бросают уже ногами, топчут перовцев. Потом, смотрю, начинают, понимаете, постепенно подниматься во время песни. Все. Поднялись все, стоят, понимаете, и как будто перед какой-то присягой, перед клятвой. Кончилась песня. Понимаете, аплодисментов пока ничего нет. Что ж такое-то? И даже, может, мой отец растерялся. Вдруг какой-то шквал аплодисментов такой, понимаете ли. Я помню, песни повторяли 1, 2, я не знаю, сколько раз повторяли, я боюсь наврать, но очень много повторяли. Мы должны были там сделать концертную программу, а мы пели одну эту песню. И так войска, которые уехали на фронт, так с этой песней и поехали. И потом ее запел весь советский народ. Yeah.